Всем привет, меня зовут Мира, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотела показать, как вяжется узор номер 11 из книги Хитоми Шида. Раппорт узора состоит из 14 петель и 30 рядов. Первый ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй, провязываем лицевую, накид, лицевая. 4 изнаночных петли. Опять протягиваем третью петлю над первой и второй, лицевая, накид, лицевая, 4 изнаночных, одна лицевая и кромочная изнаночная. Второй ряд, изнаночная, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. Третий ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 изнаночные, лицевая и кромочная изнаночная. Четвертый ряд и все последующие четные ряды вяжем по рисунку. Пятый ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй. И провязываем лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Одна лицевая и кромочная изнаночная. Седьмой ряд. 3 лицевые. Изнаночная. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, лицевая и кромочная изнаночная. Девятый ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй. Лицевая, накид, лицевая. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. Накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная. Одиннадцатый ряд, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево и кромочной изнаночной.
13 ряд, накид, 3 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и кромочная изнаночная. Пятнадцатый ряд, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, третью петлю протягиваем над первой и второй, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево и кромочная изнаночная. Семнадцатый ряд, накид, 3 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Девятнадцатый ряд, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, третью петлю протягиваем над первой и второй, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево и кромочная, изнаночная. Двадцать первый ряд, накид, 3 вместе с наклоном влево, накид, 4 изнаночных, 3 лицевые, 4 изнаночные, лицевая и кромочная, изнаночная. Двадцать третий ряд, третью петлю протягиваем над первой и второй, лицевая, накид, лицевая, 4 изнаночные, снова протягиваем третью петлю над первой и второй, лицевая, накид, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, кромочная, изнаночная. Двадцать пятый ряд, 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные, лицевая и кромочная, изнаночная. Двадцать седьмой ряд, третью петлю протягиваем над первой и второй, лицевая, накид, лицевая,
4 изнаночные. Опять протягиваем третью петлю над первой, второй, лицевая, накид, лицевая. 4 изнаночные, лицевая и кромочная изнаночная. Двадцать девятый ряд, 3 лицевые, 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изнаночные, 1 лицевая и кромочная изнаночная. На этом раппорт узора окончен. Спасибо, что вязали вместе со мной.